В продаже у нас УАЗ Патриот 2016 года выпуска, объем двигателя 2,7 литра, на механике, полный привод. Автомобиль приобретался у официального дилера в Красноярске. У автомобиля оригинальный ПТС, один единственный собственник, самая максимальная комплектация. В нее входит 4 стеклоподъемника, электрорегулировка боковых зеркал, центральный замок, мультируль, круиз-контроль. Также кожаный салон, подогревы передних кресел, подогрев руля, датчики парковки, шайба управления полным приводом, климат-контроль, кондиционер, подогрев лобового стекла, штатная аудиосистема с навигацией, с камерой заднего вида. У задних пассажиров также имеются подогревы кресел. Повторюсь, у автомобиля также имеются датчики парковки. Родной пробег 23 тысячи километров. Автомобиль в отличном состоянии, как в техническом, так и в косметическом.